Добрый день, это Хабаровск, официально самый солнечный город России, где солнце светит в среднем 300 дней в году. И это особенный день для Дальнего Востока. Сюда спустя долгих 5 месяцев наконец-таки возвращается большой футбол. Забрал себе СКА-нефтяник в этом году. Чуть назад, Москвичев. Передача в центр. Нет положения вне игры. Спасает Ислам Имамов. Смотрите. Задержался там Стародуб, конечно. Но Ислам Имамов хорош, хорош. Ногой заблокировал этот удар. И Базилюк-то все правильно делал. А Константин Базилюк. Олейников бьет. Штанга! Ух, какая пушка! Василий Олейников. Как бахнул, смотрите. Нет, даже щекой пробил. И на счастье Голубева. Базилюк вошел в штрафную. Финтит и бьет поворотом с правой ноги. Хотя и Базилюк здесь все решал сам. Убрал замахом Магомеда Мусалова. Сбивает мало, но пропускает также мало нефтехимик. Базилюк! Скинул пяткой, а почему же сам не стал решать? Базилюк там мог выходить один на один. Вот смотрите, вот здесь. Но в целом, да, чуть-чуть спиной к воротам находился Константин Базилюк. Елоян рвется по флангу. Подача, передача. И негодует Ишхан. Один из лучших в своем возрасте в московском ЦСКА. У него даже есть не только футбольная, но и кинокарьера. Он был одним из игроков. Был у него момент неплохой. Пробил в дальний угол. Ислам Имамов. Смотрим еще раз. Сидиков подача. Имамов играет в прыжке. И дальше. Да, Стародуб. Преградил путь. Выполняет подачу на дальнюю. Гащенков удар по воротам. Но вот хоть что-то. Моментом, но хотя бы удар. Подача в штрафную. И как мяч! Как мяч не оказался в воротах. Сейчас уже Стародуб мог в чужие ворота отправить мяч. Да, не фарт. Не фарт. С другой стороны, только что СКА Хабаровск мог пропустить. Удар по воротам и снова в игре Ислам Имамов. А вот обратный момент. Галиуллин выполнил передачу на Лайкина. Не знаю, что это было. Удар или прострел. Хоть один бы уже увидеть и могли мы сейчас. Неплохо мяч шел. И все. Финальный свисток. Нули. Это тренд. Новый тренд лучшей лиги мира. Третий матч подряд завершается нулевой ничьей.